Значит, мы уже слушаем. Ага. Внимание. Пожарно-спасательное подразделение принимало у себя гостей. На одних из выходных октября в Зеленогорской пожарной части состоялась экскурсия для детей. Мероприятие было организовано при содействии отдела надзорной деятельности курортного района и 6-го отряда Федеральной противопожарной службы. Благодаря взрослым у ребят появилась возможность узнать об особенностях профессии пожарного, о его распорядке дня и о множестве технических приспособлений, которые помогают спасателям в их нелегкой работе. Из сетей городского водоснабжения забираем воду для нужд пожаротушения. Найдете у себя английское обозначение? На экскурсию по пожарной части сегодня пригласили ребят из Зеленогорской школы иностранных языков. Беседа не только знакомила ребят с тонкостями пожарной терминологии, но и дублировалась на английском языке, а ее участникам по ходу предлагалось выполнять задания. Maybe somebody remembers what it is? What is it called? Ladder. Yes, ladder. And there are also ladders with hooks on the top. If you need to throw the ladder on the roof, there can be hooks, like, you know, hook, yeah? Спасатели показали ребятам, в каком отсеке пожарной машины, где что у них лежит, и пояснили, что для чего применяется. Под руководством учителя дети соотносили реальные предметы из арсенала пожарного с их английскими обозначениями, детально познакомились с обмундированием пожарного и узнали даже о таком нюансе, что в боевых резиновых сапогах у спасателей на самом деле реальные стальные стельки. Прямо на глазах у ребят боевую одежду испытали стихией и продемонстрировали разные дополнительные устройства. Главная цель благородной работы пожарного – приходить на подмогу людям. И то, что в свои спокойные часы спасатели охотно принимают у себя в гостях детей, заслуживает уважения. Гостей пригласили пройти в здание пожарной части. И там спасатели рассказали им о своей повседневности. Ребята увидели, как они в порядке и аккуратно содержат свое рабочее пространство и как проводят тренировки в свободное время. Такой внеклассный урок, вне сомнения, не пройдет для малышей бесследно и послужит как изучению английских слов, так и расширению представлений детей об интересных и сложных профессиях. Я очень благодарна работникам здесь, да, они очень открыты и действительно хотят детям передать знания, это очень интересно. Вообще для детей любого возраста, когда происходит изучение языка в процессе, это намного эффективнее и интереснее. Когда они увлечены, то материал усваивается гораздо лучше. У нас будет предложение, будет разговорный клуб, где мы будем разыгрывать ситуации, повторим лексику. В общем, я надеюсь, что это двойной эффект, двойная польза на будущее для детей будет.